По проекту высота церкви 16 метров. Золотые купола Белого храма будут виднеться отовсюду. Строительство началось 3 года назад вместо разрушенного и запущенного здания. Постройки снесли и на фундаменте выстроили белые стены нового храма для прихожан не только Красного Кургана, но и всех окрестных хуторов и станиц. Мы написали бумагу на депутата ЗСК господина Верстунина. Тот, естественно, посодействовал. И вот, как вы уже видите, что вместо мусора и хлама возносится храм. Население у нас православное и относится с пониманием. Средства на строительство собирали все вместе. Депутат Верстунин, районное казачье общество и хуторяне. Кто сколько мог. Новая церковь получит название «Храм районного казачьего общества» в честь Иверской иконы Божьей Матери. Именно эта икона на протяжении 20 лет покровительствовала казакам хутора. Иверская Божья Матерь или Вратница установлена у Анапского аэропорта. Встречает и провожает приезжающих на отдых детей. Храм выстроили, ведутся отделочные работы. Заказаны колокола. К строительству подключат новый фонд. А на совете общественности мы приняли решение о создании фонда, где будут активное участие принимать казачество, общественность, предприниматели и депутаты. Этот фонд будет ориентироваться, с его помощью будем ориентироваться на патриотическую составляющую нашего округа, значит, развитие казачества, потому что у нас нужно активно развивать, в школе мы открыли казачий класс, и развитие храмов, те, которые строятся у нас активно. Храм станет местом отдыха хуторян. Благоустроят территорию вокруг него, уже заказан проект ландшафтного дизайна и нового парка. В начале мая даже в недостроенном здании святилища начнутся службы.